Увидеть закулисье телеканала «Первый областной» смогли учащиеся первого лицея. Ребят познакомились с работой корреспондентов, телеоператоров и видеомонтажеров. Наблюдать за происходящим половина дела куда интереснее оказаться в студии. Некоторые попробовали себя в роли ведущего прогноза погоды. После экскурсии школьники поделились своими впечатлениями. Я раньше думала, что они отправляются в совсем другое место и снимаются там. А на самом деле они остаются в том же самом месте. Там довольно красивая студия. Тут большое помещение и высокие потолки. Мне очень понравилось здесь. Здесь фантастическое место. Я сначала думала в детстве, то, что это всего лишь снимают на камеру и не монтируют. Теперь я узнала что-то новое. В кабинетах мне рассказали много чего. Я хочу стать режиссером, потому что у режиссера такая интересная работа. Также гости побывали и в студии «Экспресс-радио Орел», говорили о программах, особенностях работы ведущего и как проходит радиоэфир. Здесь мы как раз-таки и ведем все. Здесь основная информация, которой мы пользуемся, то есть, например, те или иные статьи, либо что-то интересное, либо мы смотрим здесь заявки наших гостей. Стало доброй традицией проведение экскурсии для школьников на телеканале «Первый областной» и «Радио Экспресс». Мы открыты. Мы всегда рады нашим гостям. Детям здесь безумно интересно узнать кухню телевизионную и радийную изнутри. Телеканал наш молодой, и средний возраст наших сотрудников 35 лет. Они всегда готовы поделиться своим опытом и рады видеть всех школьников у себя в гостях.